Итак, друзья, работа по этому мультитулу продолжается. Правда, очень медленно, но продолжается. Смотрите, этот мультитул уже собран в плане того, что он уже даже складывается. Вот так вот он получается. Этот инструмент рабочий. Здесь у нас это закреплено. Плоскогубцы открываются. Какой идет нюанс? Есть еще вот такой инструмент. Разобранный мультитул. Вот он. Нужно сделать так. Расточить. Здесь поставить винт с этими инструментами раскладными. Переворачиваем и крепим его сюда. Инструменты, ножи все должны открываться в эту сторону. То ими можно будет пользоваться только тогда, когда все вот это дело будет сложено. Мультитул складывается. Вот. И этот инструмент будет здесь. Сейчас здесь стоят большие винты, чтобы хватило. Как раз хватает. И вот такой вот будет мультитул. Как-то так. Это ручка просто. Ручка, в которую ничего не поместится. Хотя в нее я тоже собираюсь поставить битодержатель. Место здесь небольшое, маленькое. Битодержатель. Можно биту вставлять сбоку. Отрежу какую-нибудь. У меня есть пластиковые, есть резиновые. Вот. Но эта ручка полностью, которая здесь закреплена, получается тоже пустая. Хотя, если ее тоже использовать, но здесь будет проходить винт. Тогда придется винт крепить изнутри. Отсюда засунуть ее. Как-то вот так, отсюда сюда. И закрепить с этой части. Потом все это облагородится, будет зашлифовано и будет блестеть, как котовый яйца. Но сегодня разговор не о нем. Сегодня идет разговор вот об этом мультитуле. Дело в том, что так как я их все распиливаю и стараюсь из них что-то изъять, решил быстрее-быстрее, пока я его не распилил. Распилю, разрежу, раздербаню и все. И тогда уже будет не показать этот мультитул во всей его красе. Это мультитул, копия китайской. Вот, короче, он алюминиевыми накладками, легкий, винты своеобразные, ключ нужен, поэтому я буду менять эти винты и буду брать отсюда какие-то другие запчасти. Вот. Ну, китаец, конечно, кто его знает, этот мультитул Ганзо, тот, конечно, поймет. Открываем его. Здесь офигенно толстые, очень большие толстые плоскогубцы с надписью и вот с таким названием. Подпружинены, конечно. Пружина находится с уличной стороны, вот здесь. Удобные. По инструменту я предоставлю лучше фотографию. Здесь есть пила по дереву, открывашка и для бутылок, и для консерв. Значит, отверточка здесь внутри маленькая, и отверточка плоская. С этой стороны ножик, и никакой напильник, напильник вообще никакой. Значит,
Значит, смотрим. Лезвие острое. Первый же день порезался. Размер его небольшой. Отвертка плоская. Короткая. Битодержатель. Большой, шикарный. Который потом отсюда уйдет. Буду распиливать и заберу. Напильник, который, в принципе, ничего не точит. Ну и это можно заменить как плоская отвертка. С двух сторон. Все это прячется так, что доставать нужно ногтями изнутри. Вот отсюда изнутри. Вот так вот нужно доставать ногтями. Ну, эти подцепляются. С этого инструмента, конечно, намного лучше. Если их здесь отсюда забирать. Ну, ножовка по дереву хорошо пилит, но коротковато. Кольчужка. Дальше идет какой-то короткий ножик. Все его знают. Здесь крестовая отверточка. Ну и крайняя открывашка. Все это изнутри нужно доставать. Вот такая вот открывашка, на которой нет на конце нет отвертки. Вот у меня постоянно вылазит, видите, плоская отвертка. Так что скоро он пойдет на распил, на запчасти, на дрова. Поэтому поспешил вам его показать. У него неплохой чехол. Есть в комплекте вот такие биты черного цвета из нержавейки. Переходник. Тут отдельный кармашек для всего вот этого. Прячется. Этот мультитул у нас складывается и прячется сюда. По форме довольно-таки хорош. По функционалу тоже, ну, по качеству сыроват.